Сегодня в меню – десертные вафли. Друзья, регулируйте ингредиенты на свой вкус и цвет. Ингредиенты. Соль, щепотка. Сахар, 170 грамм. Ванилин, щепотка. Яйцо куриное, 2 штуки. Сок лимонный, 3 капли. Масло сливочное, 50 штук. Мука пшеничная, 200 грамм. Джем, по вкусу, для подачи. Разрыхлитель для теста, 6 грамм. Вода горячая, 6 столовых ложек, не кипяток. Хочу сделать уточнение, что рецепт для толстых мягких вафель, а не для тонких и хрустящих. Вафли получаются в меру сладкие, если хотите сделать более пресные, то убавьте количество сахара. Можете сразу растопить сливочное масло, чтобы оно остыло до того момента, когда понадобится. Подготовьте все необходимые ингредиенты. Яйца разделите на белки и желтки. Белки взбейте с щепоткой соли до пены, затем постепенно добавьте 1/3 сахара и взбивайте до мягких пиков. Желтки взбейте с горячей водой до пены, добавьте оставшийся сахар, ванилин и лимонный сок. Соедините белки и желтки. Аккуратно перемешайте лопаточкой движениями снизу вверх. Добавьте остывшее растопленное сливочное масло. Муку смешайте с разрыхлителем, просейте и добавьте в приготовленную массу. Лопаткой размешайте до однородного теста. Выкладывайте тесто в вафельницу, смазанную растительным маслом, и выпекайте вафли. Кладите на одну порцию вафель примерно 1,5-2 столовых ложки теста. Подавайте с джемом, сгущенкой или с шариком мороженого и сиропом. Сладенькие вафли на десерт, с ягодами или джемом, придутся по вкусу не только детишкам, но и взрослым. Готовятся из простого набора ингредиентов, получаются очень мягкими и нежными. Приятного вам аппетита! Уважаемые зрители! Подпишитесь на мой канал, чтобы не потерять его на просторах YouTube. Нажмите, пожалуйста, на колокольчик, чтобы не пропустить мои следующие видеорецепты. Поставьте лайк. Оставляйте комментарии, расскажите об этом видео друзьям в социальных сетях, кнопка под видео «Поделиться». Любой выполненный вышеперечисленный пункт дает толчок развитию данного канала. Большое вам спасибо!